Всем привет, вы на канале Алиса Изи Пэтс. Меня зовут Изи Роза, и у меня есть влоговый канал, где мы снимаем про свою жизнь. И там сегодня обязательно будет новый влог, заходите его, посмотрите. А сейчас у меня продолжение переезда хомяков. И, как удивительно, у меня вот здесь живет два хомячка. Это хомячки Кэмпбелла, это не хомяки джунгарские. И они сегодня будут переезжать. Неожиданно, прожили они половину своей жизни вместе в этом контейнере, но у них будет переезд. И у них, кроме того, предстоят новые события, потрясающие просто. Я знаю, что вы многие ждете этих событий всегда, но об этом дальше, в следующих видео. И с чего мы начинаем переезд хомячков? С того, что мы хомячков пересаживаем в переноску. Переноска у меня уже приготовлена, стоит здесь рядом. И чтобы хомячки были заняты, я им поставлю корм. Наш корм для карликовых хомячков. Девочки, кто поедет первым? Милка или мама ее? Это Ореша, а это Милка. Они похожи друг на друга и делают одинаково. Смотрите, что делает Милка. Милка, кстати, больше всего любит папу. Где папина волосатая рука? Милка, иди, я знаю, что ты его очень любишь. Ореша побила руку. Милка, это же твоя любимая рука. Залезай скорее. Залезай. Это любимица нашего папы. Залезла. И ей первая достанется, конечно, миска. А это Ореша. Ореш, тоже пойдешь за дочкой. Ай, Ореша укусила. Ну что же, тогда для Ореши мы приготовим стакан. Что-то ты стала драться. К чему бы это? Орешка, где твой орешек? Хочешь с орешком переехать? Залезай. Залезай, моя подруга. Или ты меня не будешь бояться? Так, ой, где? Ай, меня тоже укусила. Чего ты сегодня кусаешься? Знаете, они еще могут кусаться, когда жара наступает. Потому что, вы же помните, она была очень ручная. У нас очень сильно жарко. Кондиционеры работают постоянно. 40-50 градусов. Нет, все-таки я схожу за стаканом. О, ты смотри-ка, ты ее в орешек всунул. Пока я собралась за стаканом идти, ты ее уже пересадил. Спасибо большое за помощь. Все спрашивали, что это за веник. Это у нас пучочек лаванды. Хомяки его любят обгрызать. Кроме того, это такое украшение. Я думаю, что оно переедет вместе с хомячками. Хотя они его немножечко уже подразобрали. Еще мне нужно отсюда будет забрать подставку под кормушку и саму кормушку. Но я ее вымою, как обычно. А корм, чтобы не пропадал, я насыплю вот сюда. Так. Дальше поилка тоже переедет вместе с ними. И вот здесь у меня песочница, которая сегодня превратилась в туалет. Хомяки много пьют, ходят в туалет, и песочницу вот так вот превратили в туалет. Она тоже отправляется в мойку, и колесо, конечно же, уедет тоже вместе с ними. Что еще? Еще сейчас буду сгребать, высыпать эти опилки. Ух ты, смотрите-ка! Они тут запасы делали, или это просто рассыпалась возле кормушки еда. У меня хомяки, которые доверяют друг другу, доверяют мне, они, в общем-то, запасов не делают. Скорее всего, это я насыпала мимо, или Алиса насыпала мимо. А нет, вот здесь вот небольшие запасы. Какие запасы это шелуха? Получается, это неровно было насыпано. Ну, можно, по крайней мере, будет либо хомячкам отдать, они переберут все. Хотя я понимаю, что они вообще не голодные. Либо покормить голубей. Контейнер уже вымыли, все подготовили. Теперь насыпаем опилки. Причем опилок мы насыпали побольше, потому что тот, кто будет жить, очень любит в этих опилках рыться. И устанавливаем колесо. Ну, естественно, если мы ставим колесо, то это, наверное, не кот будет, и не морская свинка, и даже не крыса. А вот и тот, кто собирается переезжать в контейнер, потому что здесь очень много места. Конечно, одному хомяку здесь было бы тоже классно жить, но мы хотим, чтобы была стая. Итак, мы берем мостик, он точно поместится. Потом я хотела вот эту кормушку, или оставить ее здесь. Не знаю, я подумаю. Дальше я возьму вот эти пеньки. Это кормушки такие, в которых роются хомячки. Они любят с донышка доставать. И еще вот это тоже любимая кормушка. Кстати, это и будет кормушка. Хомяк, во-первых, тренируется, залазит. Во-вторых,
здесь вот она все сможет достать. И поилка здесь два в одном. Спрашивают часто, что это такое. Вот эти наборы, это не наборы, это много красивых игрушек есть, делает фирма Триол. Поэтому ищите на просторах интернет-магазинов, там сможете найти и купить. Я просто выбираю там, где чуть подешевле. Ну, это мы забираем, будем мыть. Из игрушек у меня вот такой туннель. О, что-то она его разобрала. Ну, не страшно, соберем. И еще мне нужна будет песочница, конечно, для хомяка. А вот домик, какой из этих домиков влезет, вот этот наш домик, который мы делаем, маленький треугольный. Ой, а хомячок там жил! И еще есть у меня вот такой большой цветной, но мне кажется, цветной будет занимать много места. Поэтому я, наверное, возьму вот такой маленький домик, и она в нем будет жить. Сначала мы установим все предметы, вымоем их, и потом переселим хомячка. Она проснулась, говорит, дом забрали, забрали дом. А теперь мне все предметы, которые вымыли, нужно расставить по местам. Слушайте, домик вот так красиво будет смотреться вот здесь. И тут поилка будет. Она так будет залазить и есть. А, кстати, я так подумала, она пластиковая. И буду класть сюда сочку. Вот так. Да. Еще у меня есть габаритная такая штука. Вот песочница. Дело в том, что хомяку Роборовску песочница нужна очень большая. Потому что они очень активно купаются. И песка тоже нужно много. Вообще этих хомяков селят иногда даже просто на песке. Ну, для меня это не совсем понятно. Я пробовала, проводила эксперимент тот же самый с кемпами. Честно говоря, получилось не очень-то. Еще у меня нужно поставить еще один домик деревянный. Она его очень сильно любит. Ну, можно вот сюда, например, поставить. Получается домик вот такой, который мы делаем. А можно поставить его в другой угол возле колеса, например. Ну, по-моему, так тоже красиво смотрится. И у меня есть игрушки и еда всякая. Так, чтобы было интересно, один пенек закопаем здесь. Сюда будем еду класть, а другой пенек, например, вот здесь. Сюда тоже можно будет еду класть. Есть у меня игрушка, которую она очень сильно любит. Вот такой туннель. Ну и есть у меня еще миска вот такая угловая. Сюда тоже можно сочку насыпать. Хотя у меня здесь есть миска. Допустим, если она здесь сухой будет корм брать, то можно вот сюда положить. Миска, кстати, очень классная. Я ее свинки заказывала на Триоле, но оказалось, что она очень маленькая. Просто там размер не был написан, так что если вдруг планируете заказать такую миску, учитывайте, что она маленькая. Ну и думаю, достаточно. Так, достаточно, достаточно, но надо насыпать корм. Вот здесь. Хомячок маленький, резвый. И активно залазит вот на эту лесенку и любит там еду собирать. И я люблю, чтобы они везде лазили и собирали еду. Но сыплю везде понемногу. В целом, так на сутки этому хомячку одной чайной ложки хватит. Ну, если я вот это насыпала, это дня на три. Так, песок я тоже сыплю наш. Он термически обработанный и мелкий, и классный. Ну и все, можно идти за хомяком. Теперь у меня игра «Найди меня», потому что эти хомяки умеют закапываться. Опилок здесь огромный слой. Ну, допустим, о, я нашла быстро в домике. Пойдем, моя дорогулечка. Пойдем, красотулечка, ты переезжаешь в новое жилье. Опа. И этого хомяка всегда можно брать на руки, бесстрашно, потому что это единственные хомяки, которые вообще никого никогда не кусали. И самые симпатичные мордахи. Эти хомяки, кстати, самые пугливые. И больше всего стрессуют. Именно на них проводили раньше опыты на стрессоустойчивость. И, к сожалению, эти хомяки могли бы попасть в опытные лаборатории, потому что они падают в обморок. Они могут умереть от разрыва сердца, потому что самые пугливые из всех видов хомяков, которые живут дома. И я принесу опилок из старого гнезда. Несмотря на то, что все вещи здесь пахнут этим хомячком, но она все равно стрессует. Она уже, я смотрю, здесь осваивается. И я бы хотела, чтобы она жила вот здесь в домике, поэтому сюда и насыплю опилок из старого контейнера, из стеллажа. И первым делом она, конечно, проверила здесь, где же насыпан корм. Ну что, подружка, с переездом тебя, я тебя поздравляю. Это хомячок Роборовского, если вдруг кто не в курсе. И этого хомячка зовут Левис.
Милаха, красотка. Она молоденькая, ей еще годика нету, но скоро уже исполнится. Пока хомячок осваивается, я буду заниматься следующей серией переезда. Как я вам и сказала, если насыпать опилки из старого гнезда, то есть гарантия, что хомячок будет жить там, куда ему насыпали эти опилки. Поэтому даже при уборках кладите опилки в эти милые симпатичные домики, чтобы хомячок знал, что это его любимое родное место и оно им пахнет. Немножко она, конечно, будет переживать, бегать, беспокоиться, потому что произошла уборка. Это не всегда приятно для хомяка, вернее, всегда неприятно. Они не любят, когда у них убирают. Но потом постепенно освоится много ее родных запахов и будет ей счастье в новом доме. Зато она будет жить одна, в одиночестве, спокойно, никто не будет ее беспокоить. И думаю, что в скорости наберет вес, который потеряла после жизни со своей любимой Дотей, которая ее гоняла бесконечно. Ну а на этом я с вами не прощаюсь, потому что переходите на канал Изи Роза, там вышел новый влог и жду вас всех в чате премьеры. Наш мышонок маленький машет вам лапкой и говорит до встречи в новой серии «Переезды хомяков». Заходите на канал Изи Роза.